Привет всем! Вы на канале Джелиус. Наверное, сейчас нереально найти человека, у которого нет пары наушников. Как минимум, половина владельцев наушников пользуются ими каждый день. Да и сам гаджет уже давным-давно всем знаком в различных форм-факторах и дизайнах. Но все же выбрать новые наушники бывает очень нелегко. И в первую очередь необходимо ставить акцент даже не на звук, а на цель приобретения и удобства. Ведь если наушники имеют самое лучшее в мире звучание, но при этом будут доставлять адский дискомфорт при прослушивании, то удовольствие от использования устройства будет сомнительным. В этом обзоре мы расскажем о накладных Bluetooth наушниках Jellius UltraStem, которые, конечно же, подарим кому-то из наших подписчиков. Также в этом видео мы объявим победителя предыдущего розыгрыша смарт-часов Jellius New Generation. Погнали! Bluetooth наушники Jellius UltraStem купить на данный момент можно за 699 гривен. В комплекте вы найдете кабель для проводного подключения, кабель для зарядки microUSB и чехол для наушников. Дуги регулируются, изготовлены из пластика, а сверху обшиты мягким материалом. Амбушюры внутри мягкие, на внешней стороне вставка в стиле виниловых пластинок, вокруг которых софтач-ободки. В общем, выглядит это все очень стильно и красиво. И если вы любите наушники такой конструкции, потому что они действительно большие, а это дело вкуса, будьте уверены, эта модель удобная. Кнопки управления, разъемы, микрофон и слот под карту памяти находятся на левой чаше. Наушники подключаются без проблем ко всем устройствам. Мы проверяли на Android, iOS и Windows. Управление простое и происходит при помощи кнопок на левой чаше. Включение и выключение. Дальше две кнопки переключения треков одним нажатием или регулировка громкости длинным нажатием. И отдельно кнопка принятия или сброса вызова. В наушниках встроен микрофон и есть возможность использовать их как Bluetooth-гарнитуру. При разговоре через эти наушники собеседник вас будет слышать примерно так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Звучат Jellius UltraStem, учитывая их стоимость, очень достойно. Благодаря большим излучателям низкий спектр они воспроизводят на уровне, а иногда даже лучше своих конкурентов за значительно большие деньги. Кому-то может не хватить верхней средины и верхов, но это легко исправляется с помощью любого эквалайзера. На голове сидят комфортно, не давят, а благодаря тому, что они полностью закрывают ушную раковину, у этих наушников достаточно хорошая пассивная шумоизоляция. Они отлично подойдут для прослушивания музыки всех жанров, но особенно звучание оценят любители электронной музыки, R&B, рэпа и хип-хопа. В Jellius UltraStem установлен аккумулятор емкостью 300 мАч, а время работы в активном режиме 5 часов. И для того, чтобы выиграть Jellius UltraStem, вам необходимо подписаться или быть подписанным на наш YouTube-канал, Instagram и Facebook, поделиться этим видео на своей странице Facebook и оставить под роликом осмысленный комментарий. Также условия розыгрыша будут продублированы в описании к видео. Победителя объявим ровно через неделю в следующем обзоре, выбрав с помощью рандомайзера. Всем удачи! А сейчас пришло время объявить победителя предыдущего розыгрыша смарт-часов Jellius New Generation. Запускаем программу рандомного выбора комментария, и победителем становится Полина Мирошниченко. Поздравляем с победой! Ставьте лайки, обязательно участвуйте в розыгрышах и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить обзоры новых гаджетов, которые мы продолжаем еженедельно разыгрывать. Спасибо, что смотрели, увидимся ровно через неделю. Всем пока!